Жители Алтайского края, возможно, будут меньше платить за вывоз мусора. Глава региона Виктор Томенко поручил пересмотреть тарифы на утилизацию твердых коммунальных отходов. Напомним, так называемая мусорная реформа стартовала с начала этого года практически по всей стране. Попал под нее и наш регион. Его разделили на 7 зон. В каждой установлен свой тариф за вывоз мусора. Причем расценки сильно разнятся. К примеру, в Бийской зоне жители платят всего 36 рублей, а в Славгородской цена достигает 111 рублей. Губернатор поручил усовершенствовать мусорную реформу и пересмотреть схему работы с твердыми коммунальными отходами. Из наших там всех 7 зон, я думаю, мы по 4 самым крупным, наверное, здесь у нас Алейская зона, Барнаульская зона, Славгородская зона, Рубцовская зона, где-то будет тариф, я думаю, на уровне 68 рублей с человека, значит, в месяц. Ну, а другие зоны у нас там, Заринская, Бийская зона, они еще даже немножко ниже.